наши подписчики, ну как, наслушались ретро-звуков за их спектрума, думаю, вдоволь. В общем, игра называется Нарко, сейчас будем смотреть прохождение ее. В общем, игрушка такая прикольная, с красивой графикой. Такой чудик идет. Вот видите, вот эти барыги. Ну тут вообще, я почитал описание на эту игру. Я обалдел. Ну там высказывается как бы об этом, об этой игре. Сам сюжет игры. Что типа вот эти вот барыги. Ну, сами подумайте, название игры Нарко. В общем, вот этот вот герой наш, главный персонаж игры, идет, очищает город от вот этой всей вонючей шушвали. Так и написано там. Вот эти вот бомжи, короче. В общем, игра прикольная. Вы уже, наверное, поняли, что игра от компании Океан, создана она в 1990 году. Ну, наверное, с этой игрой уже сталкивались, потому что год как бы не маленький. Но, честно говоря, я не помню эту игру. Это мы сейчас идем в метро. Тут у нас, это первый уровень, по-моему, да, первый уровень. И у нас тут собаки вместе с бомжами. Вот этот чудик, ну их много, они все одинаковые. Чудик похож на кренделя с Робокопа второго, с вот этого наркобарона, короче, который промышлял наркотиками. Вот этот чудик похож на него. Так, здесь мы переходим. А, это все еще первый уровень. В общем, парни, ребята, подписчики, я пообрезал тут подгрузку игры. Ну, тут 7 уровней, и каждый уровень тут подгружается. Поэтому я чуть-чуть подрезал. Ну, я как бы начало оставил, а остальное я все подрезал, потому что, ну, насколько этот звук приятен для людей, которые любят ZX Spectrum, и им нравится этот звук. У меня даже, не помню где, может быть ВКонтакте, в группе, а может быть где-то в комментариях мне написали, что хотим послушать этот звук. Ну, я специально вот подобрал и звук, потому что на самом деле звука не было. Звук мне пришлось поискать, чтобы сделать небольшой монтаж. Пришлось немного повозиться, но это все фигня. Еще у меня был тут такой комментарий. Один из подписчиков моих оставил, что можно ли видео сузить, потому что пиксель на ZX, ну, на экране растянутый. На самом деле он был прав, да, действительно, пиксель был растянутый. И я сейчас подтянул экран, и он сейчас такой, какой он должен был быть. Но по бокам остались пробелы. Если вам не нравится, если вам хочется видеть на весь экран, напишите в комментариях, я это все верну. Ну, я думаю, что не стоит возвращать. Большинство моих видео написано именно в таком формате. И тут формат я изменил. Ну, как бы я пытаюсь канал делать лучше, и чтобы вам было приятнее смотреть. Так, это у нас второй уровень. Второй уровень.
Да, вот с управлением тут, ну, океан всегда выделялся тем, что он давал право выбора. Но я поначалу чуть не разобрался. Там есть две дополнительные клавиши. Я не смог разобраться, как убивать собак, как бросать гранаты. Да, вот слева вверху, в левом верхнем углу, у нас там идет счет патронов. Слава богу, в игре в этой патронов хватает. И идет счет, я так понимаю, гранат. Тут еще меняется оружие на дробовик, я так понял, на огнетушитель. Ну, в конце игры видно, как большую голову забиваем, там будет босс в последнем уровне. Там такая здоровенная башка будет. Только не перематывайте игру, прошу, посмотрите это видео от начала до конца. Ну, так интереснее, конечно, хочется посмотреть, что в конце. Ну, а вообще, как хотите. Я не буду вас заставлять, тем более вы вправе самостоятельно принимать решения. Вот собаки. Вот я с ними не разобрался сначала, как их убивать. Оказывается, их можно делать щенками, они убегают. Вот так вот можно разрывать при помощи гранат вот этих всех, я не знаю, кто они, бомжи. И самое прикольное то, как они разлетаются и ноги в разные стороны вместе с руками. Так, это мы сейчас где-то на заводе, я так понял, судя по картинке. Тут какие-то колбы большие, механизмы. Я не знаю, возможно, компания Океан всегда выделялась тем, что она делала игры под фильмы, или уже фильмы делали под игры. Ну, по крайней мере, сначала появился робот-полицейский на телевизоре, а потом уже на компьютере. Это я точно помню. Ну, а эту игру я не знаю. По поводу фильма я не знаю, есть такой фильм или нету. Да, он тут еще офигенно раздевает, расчехляет, короче, вот этих барыг. Это было в начале игры. Так, мы переходим к третьему уровню. Да, если бы я оставил бы загрузку каждого уровня, ну, вы бы задолбались ждать. Так, давайте, наверное, как обычно, перейдем к описанию этой игры и посмотрим, что нам здесь пишут в описании. Так, Нарк Океан, сценарий. Ну, перевод с английского, буду читать, как перевел переводчик. Нарк, теперь у вас есть шанс проникнуть в MR Big Corporation, бич подземного мира, перехитрить армию телохранителей, банды харизматичных, обходить больных и в больных, короче, в плащах. Вот эти все чудики в плащах, они все больные, ну почти как зомби. Короче, пулеголовых с телосложением носорога и дыхание невозможного жука. А, навозного жука. Офигеть. Стаи злобных собак. Им даже тут по ходу породу написали, эти собаки породы Яппи. Да, и тут еще присутствует клоун-псих
со злым чувством юмора, который говорит: ты умрешь, но не смеющийся. Так, читаем дальше. Но не все так плохо. У вас есть средняя блестящая уличная машина. Я не знаю, машины там нету. Немного тяжелая металлическая фурнитура и довольно аккуратное движение. Ударь врага и, наконец, подымись против самого крутого, самого большого мистера Бига. Так, потом тут идет управление. И следующий Спектр Амстарт. Это игра для одного или двух игроков, управление джойстиком и клавиатурой. Джойстик — это Sinclair или Kempston на Спектруме. Один или оба игрока могут использовать джойстик. Тут даже можно играть, наверное, вдвоем. Только один игрок может использовать клавиатуру, которая полностью переопределяема. То есть один игрок играет на клавиатуре на кнопках, а второй игрок может играть на джойстике. Так, что у нас здесь есть еще? Игра, первый уровень. Пробивайте через свалку и арестуйте как можно больше врагов. А, то есть, когда он его расчехляет, наш главный герой, это происходит арест. Можно за бонусные баллы. Собирайте пули, сброшенные врагами, чтобы получить быстрый огонь. Затем найдите дверь, которая проведет вас через трубопровод. Понятно. Уровень второй. Вы находитесь внутри станции метро. Уровень третий. Успешно преодолев метро, вы возвращаетесь на свалку, где вы должны захватить деньги, наркотики, пули, ракеты, арестовывая людей. Потом премия будет присуждена за все достигнутые аресты, а также за наркотики и собранные денежные средства. Походу, это полицейский какой-то. Так, уровень четвертый. Крэг Стрит. Вы направляетесь в штаб-квартиру злого наркокарателя. Здесь вы стреляете в Спайк Радж, который бросает в вас иглы для подкожных инъекций. Если они ударят вас, они вколят в вас наркотики, и вы потеряете силу. Вы должны найти свой путь к лаборатории наркотиков. Крэг Стоп. Так, уровень второй. Вы находитесь в лаборатории по производству наркотиков, где производится крэк. Лаборатория полна флаконов и мензурок, которые можно уничтожать ракетами за бонусные очки. Беспощадные собаки преградят вам путь и нападут на вас. Найдите синюю безопасную карту, чтобы выйти из лаборатории. Уровень шестой. А что-то тут очень много уровней. Аж 12. Ну ладно. Уровень 6. За пределами лаборатории вы окажетесь на мосту, где встретите Джо, Рокхед наркомана. Вы не сможете арестовать его, потому что вы должны взорвать его, прежде чем он приблизится к нам. Вам приобретите через мост, проберитесь через мост, вы можете прыгнуть проезжающие машины и водить их, чтобы пересечь быстрее. Уровень 7. Перейдя мост, вы вернетесь на улицу Санкт-Стрип, куда здесь появится безумный ножовщик Пинки. Он попытается похитить женщину. Потом вам нужно взорвать кинки, чтобы защитить сопровождающих во время движения. Хотя это уровень. С этого уровня есть 5 выходных дверей. Один заблокирован и потребуется серебряная безопасная карта. Остальные 4 ведут к 4 уровням. Они называются The Kennels, Kinkies, Big Top, The Swap и The Utilization. The Utilization. Читаю, так перевел переводчик. Один из подуровней содержит нужную вам серебряную безопасную карту, но вам придется выяснить, какая из них. Уровень 8. Вы находитесь за пределами питомника, где Sky High выращивает свои наркотики. Ой, блин, взрыв свой путь через боевиков, добраться до входа и питомника.
В районе 9 сражаетесь с боевиками, рейхедом, и вы двигаетесь через теплицу. Собирайте нелегальные растения для получения дополнительного бонуса. И смотрите, мне некоторые из них заминированы. Убедитесь, что вы взорвали боевиков, как один из них будет иметь при себе зеленую карточку для выхода из детской. Капец, перевод просто радует. Уровень 10. Вернувшись на улицу, вы должны пройти через центр города в штаб-квартиру злой организации мистера Бига Крак. Когда вы доберетесь до здания и войдете, вам придется пробиться через штаб-квартиру, чтобы добраться до мистера Бига. Уровень 11. Оказавшись в офисе мистера Бига, он нападет на вас и в своем инвалидном кресле. Да, было такое. Когда вам удастся победить его, он оставит золотую безопасную карту. И последний уровень 12. Мистер Биг, отправившись от вашей атаки, теперь очень зол он. Тебе понадобится все вам понадобится все ваше мастерство и хороший запас ракет, чтобы наконец добить его. Затем он бросит еще одну золотую карту. Вы можете использовать это, чтобы ввести социальный бонус уровня. Вот так вот. Так, дальше идет панель состояния, советы, подсказки и какие-то кредиты. Так, ну, вернемся к игре. Здесь мы уже в зеленом уровне. Эти цветы могут быть заминированы, как было сказано в описании. Ну, чего, прикольная игрушка. Довольно-таки прикольная. Раньше, когда мы покупали игры, мы играли так, наугад. Ну, как наугад, мы догадывались все сами. Описания никакого к играм не было. Ну, сейчас можно почитать описание и почитать про игру, узнать о ней все. Так, тут exit. Выходим. Единственное, я тут не вижу в игре, какой уровень мы прошли. Я вижу, что у нас кредитов 4 кредита. Так. Сейчас будет же написано. Перед каждым уровнем идет нумерация уровней. Нарк 2000 мобил сканер. Так, я так и не увидел, какой уровень, ну ладно. Но мы уже близки к окончанию этой игры. Это черно-белый уровень, тем не менее графика прикольная все равно. Каждый уровень имеет свой цвет. Красиво здания нарисованы. Вообще графика в спектруме очень такая специфическая. Она такая необычная. Похожа больше на мультяшную. И ты играешь в основном персонажами из мультика. Если сейчас игры уже более такие навороченные и персонажи более реалистичные, то в спектруме
все персонажи похожи больше на мультипликационные, чем на реальные. И этим он, наверное, прикольный. Да, кстати, сегодня я в своей группе ВКонтакте выложил пост, нашел и решил все-таки поделиться со своими подписчиками. Музей за Экспектрума. Там, по-моему, Испания, по-моему, в Испании этот музей. И двое посетили этот музей, третий, конечно, снимал на камеру и показывали все процессоры Z80, потом, ну, начиная от Z80 и кончая там Intel'ом, AMD-шки даже были там. Там стенд такой, он весь в процессорах. Ну, естественно, ZX Spectrum, каких там только нету. Там даже в этом музее была комната, игровая комната, вот как клубы были игровые, да, они, по-моему, сейчас есть. Там 4 компа на ZX Spectrum, и ну, мужики уже взрослые сидят, рулят, короче, там игрушки ZX Spectrum. Да, прикольный музей. Если вы хотите видеть новости, то под этим видео есть ссылки в мою группу ВКонтакте. Переходите и подписывайтесь. Так, ну что, тут я смотрю, вот разрываются, руки летят. Я вам за вот эту бомбу говорил в начале игры этой. Он тут кидает бомбы и отрывает руки. Тут, ну, короче, жесть. А вот этот крендель в коляске, видите? Вот этот вот, как я читал в описании игры. Вот этот Фуцин, короче, его тут мочить надо. Так, и у нас есть 3 кредита. То есть жизни нам хватит по-любому дойти до самого конца. Ха, и Путин, он полез, видели? А, да, прикольно. Так, это мы здесь сейчас возвращаемся обратно. Мы возвращаемся обратно, всех мучим. И дело в том, что когда мы возвращаемся обратно в первоначальную точку уровня, и потом обратно идем, то сзади на нас уже никто не нападает. Вот это показано в этом уровне. Так, собираем деньги, собираем патроны. Короче, тут куча всего. Боеприпасов хватает. Собак тут тоже как говна. А это, похоже, какие-то строители, инженеры, я не знаю, они похожи на них. И они такие, типа, с автоматами. Так, все, теперь мы опять идем обратно. Не знаю, почему так оно сделано, но сейчас мы будем идти свободно, и на нас сзади никто нападать не будет. Я это заметил.
Так, это у нас предпоследний уровень. Сейчас мы его дойдем. И вы сейчас приколитесь с последнего уровня, с босса. Там вообще такой вендель. Говорить, сейчас все увидите сами. В начале этого видео я вам предлагал, не перематывайте. Если не перемотали, то вы сейчас посмотрите. Там такая башка на пол экрана. Ну, не на пол, то я навернул. Не на пол экрана. Короче говоря, разнесли наркобарона мы. Вот, смотрите. В общем, смотрите, это последний уровень, конец игры. Я с вами, как обычно, не прощаюсь ненадолго. Досмотрите его до конца, ставьте лайк, пишите комментарии. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока!